После официальной частки гостей и удельников форуму «Студентская осень-2018» чекал урочистый галоконцерт у Палаца культуры чыгуначников. До его початку у фойе гости вечера могли ознакомиться с экспонатами выставы «Университетское осяроддзе». Усе ВНУ в области представили на ей свои досягнения и узнагороды, рассказали про историю и разные накерунки работы. Завершился профсоюзный форум галоконцертом под назвой «Моя ВНУ, моя малая родима» с уделом творчих коллективов и выканавцев университета у региона. Вуз наш молодой, не очень большой, и всего 4 коллектива студенческого клуба, и сегодня они все на сцене. Самый последний, наш самый значимый приз – это гран-при арт-вокации. Есть такой республиканский замечательный конкурс арт-вокации студенческий, где более 50 вузов нашей республики, все фактически вузы принимают участие. И в этом году, кроме диплома лауреатов для коллективов, у нас еще гран-при этого фестиваля. Поздравляю сегодняшним форумом студенческим. Он на стадии завершения, и остался самый такой приятный момент, который я хочу, чтобы вы получили истинное удовольствие. Я хочу поблагодарить всех участников этого форума. Отдельная благодарность ректорам наших учебных заведений и всем участникам этого прекрасного мероприятия. Спасибо Федерации за предоставленную возможность провести в нашем регионе это мероприятие. Кульминация мероприемства – узнагороджанне удельников форуму. Кіраўнікі университета отримали дипломы «Студентская осень-2018». Начальник управления адукации Гомельского аблвыканкама Сергей Порошин подяку Федерации профсоюзов за тесное супрацовніцтва с организацией. Означены так само старшыня первичных профсоюзных организаций ВНУ.